теперь ясно, что бывший президент России свой людоедский канал ведет лично сам. Ведь на недавнем так называемом Всемирном форуме молодежи в Сочи Дмитрий Медведев транслировал абсолютно все то, что появляется у него в Телеграме. Вы выбрали для себя совершенно иной путь. Стать для Соединенных Штатов Америки, здесь использую... Спасибо! Мне тоже нравится. Надеюсь, вы видели в телеграм-канале. Это оттуда. Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилует заокеанский сюзерен. Или того хуже, стать просто расходным материалом, что, к сожалению, сейчас и происходит. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Украина сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации.